Дорогие друзья, я хочу сейчас выставить фильм про азербайджанскую деревню. Как там живут? Это тоже часть азербайджанской культуры. Я с журналистом Имраном все искали спонсоров, чтобы кто-то нас немножечко финансировал, по всему Азербайджану проехать и про каждый район сделать репортаж. Ну, спонсоров не нашлось, но мы сели на электричку и поехали в Шабран к его родственникам. И вот, я что там заснял, хочу вам сейчас показать. Тоже часть азербайджанской культуры. Может, кто-то уже это забыл про это. Может быть, кто-то и не знал. Ну, посмотрите, как в Азербайджане в деревне живут. Не забудьте подписываться! Скоро меня будут уже, наверное, пародировать на этот жест. Вот эта деревня Шабран. Одна из улиц Шабрана. Обратите внимание, олимпийский символ 80-х годов. Видите, в каких воротах а это я в живем. Москве был. Смотрите, корова какая-то однорогая. Один рог маленький, один большой. Вот находимся в Дагачи, в гостях в азербайджанской семье. Смотрите, в доме у них гнездо. Вот это да! Tut yakışı. Dünyada görmüyor. Sen de tek çekirsin ha. Kamerana o yüzden bu yüzden tertemizsin. Hatırma. Bırakalım. Я на заготовке сена. А тут она лучше. О, сено заготовили на зиму. Привет из Дагачи. Шабран, салам сюда. Вот итог сбора шабранского тутовника. Пожалуйста. Дагача-гача, кто помнит, в детстве вот такую это, круги катали. Сейчас будем, наверное, тутовку варить в этом баке. И главный специалист готовит кастрюлю. А мне кажется, эти курочки это
малярами работают, все в краске. Так, вот свежие яйца только что вот из-под курицы мне принесли. В деревне, в азербайджанской деревне. Яйца пьем. Азербайджанские яйца. Это с юхой кушаем, видите, юхой. Первый раз в Азербайджане пью яйца. Первый раз. Самовар! 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 Что будет вот в это тутовник мы это варим? Что это будет? Это сироп яичный. Потом это сироп тоже как яичница, вода спаривается, остается натуральный дощаб. Значит, мы дощаб делаем. Мне это горячо. Смотрите, как тут гостей уважают. На четырех стульях сижу, Побывать в Шамране и не поесть алчу, а это преступление. Алча это алча плод нашего детства. Вот мы находимся в Азербайджане, тут даже не надо спрашивать. А я на всякий случай спрошу, помидоры хоть азербайджанские? В России всегда спрашивают, откуда помидоры? Говорят, азербайджанские. Не, не может быть. А, точно, азербайджанские помидоры. Тут есть даже аттракцион. Вот видите, качели, карусели. Вот так вот. Вот это пахлава из района Губы. Почему-то она сверху красная. Нормально, да? Сейчас будет грандиозное чаепитие. Сказали, что это диалект. Какая-то целиковая клубника, видите? Целая. Не раздавленная ничего. Как они сделали? Прямо честно слово не знаю. Сидим в Шамране и хлеб кушаем. А кушаем мы то, что Бог послал. А Бог послал сегодня у нас долму. Бибер. Как лаваш называют этот? Юха. Ай, салат.
Э, сам не нюшься, на! Поспайра! Равно бухая. Еще и полосы. Ярослав здесь не был. Они такие гостеприимные всегда были, не изменяют своим традициям. Я приехал, вот сразу стол накрывают, как будто бы свадьба. Вот все знают, что в Азербайджане используют вот такие кубики, камни, да, для строительства заборов, домов. Но чтобы использовали его как пресс, я первый раз вижу. Салам, азиз тамашачилар. Здравствуйте, дорогие мои слушатели и смотрители. Я только что выставил фильм «Один день в Шабране». Ну, я там показал семью одну, которая в деревне живет. Я думал, никто смотреть не будет. Ай, бахулары, столько просмотров, оказывается. А теперь я еще узнал, что наш лидер азербайджанской диаспоры в Петрозаводске Акиф, он, оказывается, из Шабрана. Я специально сейчас выпущу фильм, у меня есть про Шабран. Уже по городу я ходил, снимал. Так что сейчас и про Шабран посмотрите, не только окраина, деревня. Только не забудьте подписываться. Мы сейчас начнем путешествие по Шабрану. Я вам покажу. Какие тут улицы, какие тут площади, что тут есть, какие достопримечательности, если они есть, конечно. Так что давайте смотреть. Поехали. Мы сейчас находимся в парке имени Гейдара Алиева. Девячи. Давайте посмотрим на эту арку, вход. Сейчас мы сядем на один из корабликов и поплывем Ирали. Thank you.
Видите, сколько роз. Усыпано розами. А это у нас Шабранский Биг Бенд. Вот смотрите, башня. Башню сорвало. Пройдем через Биг Бенд, арка Биг Бента. Куда ни глянешь, везде парк. На Заботине, наверное, хорошо живут, и везде парк. Поехали дальше. Тут улицы тщательно. Мы пришли в самый центр Шабрана, можно сказать, сердце Шабрана. Засниму вам, посмотрите. Видите? Дворец. Это нет, это культуры, дворец культуры. Это мой родной дом, да. Вот интересная чаша, но за чашей, я смотрю, по-моему, горы начинаются. Кавказский хребет, Кавказские горы. Кругом в собрании одни парки. Вот их хозяин парка, вот этот, наверное. Вот видите, чтят память участника войны. В 44-м году погиб. Там стадион, спортсмены. Так, кто по-азербайджански читать не умеет, перевожу. Это дом аксакалов, старейших. Скажите, пожалуйста, что это за дом аксакалов? Кто там собирается? Вот, наверное, главная достопримечательность этого города. Ага, базары. Шабранский базар. Базар-вокзал. Вот сколько зелени здесь. Вот какая-то интересная скульптура. Я сегодня без гида. Поэтому никто не может объяснить, что это такое. Ну, красиво. Это автовокзал, сказали. Тут где-то рядом вокзал. Нет, базар. Вот самая центральная улица Шабрана. Она идет от железнодорожного вокзала до автовокзала. А вон там уже видны горы. Видите, тучи там. Сейчас я приближу. Тучи находятся там. Ниже гор. От советских времен остался этот дом пионеров. Посмотрите. Здесь это пионерчик был. А вон пионерка. Приятно видеть, что от советских времен что-то осталось. Я вас умоляю, посмотрите, какой кипарис тут. Да. Да.
Ну-ка повторите, что вы сказали. Все поняли, да?